Нихао. Нихао. Это все, что я знаю по-китайски. Дальше будем только по-русски. Договорились? Да, договорились. А вы как по-русски говорите, кстати? По-русски. Хорошо по-русски говорите? Хорошо. Начал учиться русский язык с 93 году, конца 93 году. Ну, чтобы проехал Россия на лошади. А как зовут вашего коня? Караман. Что это значит? Ну, кара, значит, Карачаевск, Карачаево. Ман, Мурманск, маршрут, конобоход. Из Карачаева-Черкесии до Мурманска. По Мурманск. Здесь немножко царапин. Здесь. Он очень спокойно. Ну, такой ручной лошади. Получается, вы свое путешествие посвятили чемпионату мира по футболу, да? Да, да. А вы футбол любите? Я, как и все мужчины, да. Из еды что вам больше всего понравилось из нашей? Самое любимое блюдо, наверное, борщ. Сколько вам еще нужно пройти в километрах, вы считали? Километр сейчас... Если одну треть пути вы уже прошли. Может быть, еще 4,5 тысячи. Гости из Китая гостеприимно встретил саратовский конный клуб «Золотая подкова». Его руководитель Наталья сейчас нам расскажет, как встречали, чем кормили. Да, приехал он к нам вчера, но накормили русской едой. Это были оладушки, это же борщ там был. И, конечно, он очень устал с дороги, в первую очередь, конечно, скупался, лег отдыхать. И конюшка тоже очень устала, тоже ее покормили. Цзиньли уже завтра из Саратова отправится в Самару, Нижний Новгород, Казань, в тех городах, где у нас сейчас проходит чемпионат мира по футболу. И закончит свое путешествие в Мурманске. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.